обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит, и с девушкой рядом на заднем сиденье обычный парнишка, парнишка сидит. Одет был он просто джинсы, футболку, и видно, что парень встречался с бедой. На вид 26, ничего он не прожил, но был этот парень абсолютно седой. И вот остановка, и в поступе тяжкой в автобус заходит старик-ветеран. И видит, что парень подняться не может, старик оборзел и пошел на таран. Ты что же, паскуда, подняться не можешь, ведь я за тебя 5 лет воевал, ведь я за тебя под пули бросался, ведь я за тебя чуть жизни отдал. И все оглянулись, и все посмотрели, а парень тот медленно, медленно встал. Сказал он, глаза ветерану, я тоже, отец, за тебя воевал. В глазах его отразились разрывы, зверства тушманов, машин, караван. То страшное слово, то страшное слово, то страшное слово, слово «Афган». И парень хромой пошел по салону, и больше с тех пор я его не видал. А ветеран опустился на кресло, схватился за сердце и зарыдал. Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит. И с девушкой рядом на заднем сиденье с тех пор уж никто, никто не сидит.